здравствуйте. Значит, ну вот, наконец-то мы с вами встретились, чтобы провести небольшое блиц-интервью. Сергей, скажите, пожалуйста, ну, изначально расскажите вот о себе, где вы родились, где служили, как бы, ну, вот ранние этапы вашего ранней жизни. Давай договоримся сразу на ты. Давай на ты, но с уважением, хорошо. Не без этого. Родился в Запорожье в 75-м году. Вот. Родовой казак, фактически, можно сказать. Ну, в принципе, ну, что еще? Ты спрашиваешь, я тебе буду отвечать. Я понял. То есть родился в 75-м году, соответственно, был призван в вооруженные силы еще перед существованием Советского Союза, правильно я понимаю? Нет. После распада Советского Союза. Да, 94-й, 96-й. Угу. И служил, соответственно, в украинской армии. В украинской. Ну, так получилось. Я понимаю. Ну, теперь вот давайте да, перейдем. Вот все-таки конфликт на Горном Карабахе, это был один из самых крупнейших конфликтов после распада Советского Союза. Наверное, один из самых крупнейших, самых кровопролитных. И, как говорится, все понимают, все знают, это не закрытая информация. У тебя это есть на странице. 92-й год, район метро 26 Бакинских комиссаров, где ты находишься с бойцами Народного фронта Азербайджана. Вот. Скажи, пожалуйста, почему Азербайджан и чем был обусловлен твой выбор? Почему туда пошел? Азербайджан, потому что у меня сосед был азербайджанец. Вот и все, все очень просто. Сосед по Запорожью был азербайджанец? Нет, я жил в республике Коми одно время. Угу. Вот, раньше страна нормальная была, но отец поехал за Жигулями. Угу. Как раньше было принято. Ну, там я остался. Ну, и меня с матерью тоже забрал. Угу. Вот. Это было в Коми. Как бы, и сосед у меня там был азербайджанец. Ну, это как бы поспособствовал, рассказал там, ну, со своей стороны рассказал. Азербайджанцы со своей стороны рассказывают, армяне со своей стороны рассказывают. Вот. Но если бы у меня был армянин, наверное, просто было бы, был бы у армян. А так был азербайджанец, поэтому был у азербайджанцев. Ну, то есть, условно говоря, можно вот так сформулировать, что он, скажем так, тебя, ну, сагитировал, что ну, надо идти ну... и защищать. Территориальную целостность Азербайджана или Советского Союза? Нет, именно Азербайджан, да. Угу. Он, наверное, рассказывал тебе какие-то зверства армяне творят, там конечно, все остальное. Ну, как точно так же, как и с той стороны, так и с этой. Угу, угу. Я понял. И то есть вот ты прямо с Коми прибыл в Азербайджан, правильно я понимаю? Ну да. Вот. Фактически, если мы возьмем вот так вот, если мы возьмем, да, Карабах, такого слова нет Карабах. Есть гора Баф. Вот я немножко, ну, как бы. Пришлось изучить азербайджанский. Да, гора это черный, баф это сад. То есть в переводе с турецкого, с тюркского. Mm-hmm. Да? Вот. Ну и получается, Карабах это получается азербайджанская земля. Но я так думал до этого. Понимаешь? После того, как я уже приехал, уже прошло время, я начал интересоваться, уже стал взрослым. Я уже понял, что Карабах это очень древняя армянская земля. И что там были Армения и так далее. И что Армения это вообще безумно древний народ. Древний Рим был, древний Рим еще до нашей эры. А тогда уже была Армения. Вот. А Азербайджане даже никто не подозревал, что он когда-то будет. Вот поэтому это я сейчас уже знаю. Но тогда я об этом ничего не знал. Я думал, да, действительно, азербайджанцы как бы... страдают там безвинно и так далее, как бы, ну, я полностью отдавал им предпочтение, я думал, что они абсолютно правы в этой войне. Вот. Плюс есть разные, вот, Ходжалы, допустим, ты же слышал за Ходжалы? Слышал. Вот. Ну, вот, с каждой стороны были свои страшилки, скажем так, да. Вот. У азербайджанцев одни, у армян другие. Ну, как-то так. Я понял. Скажи, пожалуйста, то есть, как я понимаю, 92-й год тебе было 16-17 лет почти. 16. Вот, то есть ты был, это самое, ты непосредственно принимал участие в боевых действиях? Я не просто принимал участие в боевых действиях. Я стоял у истоков миллиарды. Миллиарда – это народная армия в переводе. Я был в 811-м, начал все, свой путь, скажем так, с 811-го Лачинского полка. В отряде Бабашаха, это отряд студентов, которые учились на учителей русского языка. Бабашах это был их ректор, скажем так. Вот.
И вот студенты-добровольцы, вот я попал в их отряд, вот приехал в Народный фронт, меня не брали в начале, 16 лет, у меня не было ни паспорта, ничего, ну, свидетельство о рождении только. Вот. Ну, сначала не брали, как бы ребенок, все дела, потом познакомился с этими студентами, мы приехали, есть такая, в Баку такая, как бы, улица, ну, улица, не улица, Приморский бульвар. И вот в конце стоит телевидение. И вот у них, вот как у нас Листьев был в свое время, да, такой известный. Да, видео лицо. Да, у них Сулейманов Салман был свой корреспондент, очень, очень известный. Он снял про нас интервью, мы в студии сидели, я с товарищем поехал, я и Дима, на год мне был старше. Вот. Он снял про нас, как бы, видео, передачу, и с помощью этой передачи, как бы, уже стали там более-менее известны благодаря ей. И нас взяли, как бы, уже в этот отряд, и мы поехали. 811-й Лачинский полк. Где-то месяца через 4 нас разбили, нормально, 811-й Лачинский полк. И я попал в спецназ 3-7. Это вообще просто очень известный. Ну, азербайджанцы многие его знают. И армяне, которые были, там тоже очень многие знают. Это группа «Одноглазая сова», 3-7 спецназ. После этого, когда, ну, фактически он был уничтожен, из 500 человек, 500 с лишним человек было, осталось нас, ну, 30 с небольшим. И чтобы не расформировать его, да, нас по 2 человека посадили на БМПшки, это в Агдаме. Вот, 12 июня Агдам взяли армяне в окружение. И 22 июля меня подбили в Ахмедовар, первый раз подбили. Ахмедовар — это вот со стороны Чухур-Меглы сначала мы стояли. Дальше вот идет Ахмедовар, а дальше уже вход в город. Вот. И вот 22 июля мой экипаж, можно сказать, последний входил в город. Сзади вышли уже армяне. Вот. Ну, мне, как бы, я ни в коем случае там не стрелял ни в мирных, ничего. У меня в этом плане совесть чиста абсолютно. Полностью. То есть, кроме гражданского населения, на тебе нет? Абсолютно, это я гарантированно знаю, поэтому мне наоборот, вот Агдам, да, ну, те, кто там был, да, и армяне, и азербайджанцы, они прекрасно знают ситуацию. Мы не видели гражданского населения, фактически, потому что там были, ну, жили фактически одни азербайджанцы. Ну, вот со стороны, ну, вот в Агдаме, допустим, да, вот, перевал Фарух и село было Харамурт. Вот в этом селе наполовину были армяне, это армянское село, наполовину были армяне на позиции их, наполовину азербайджанцы. Вот дальше шло Чухур-Меглы, и вот дальше вот тогда. Ну, вот такая ситуация. И вот фактически, когда взяли Агдам, мы отступили. В то время армяне взяли три, почти, ну, фактически сразу три района. Физули, Тертер и Агдам. Вот. Да, ну, три района они взяли фактически. Воевали армяне просто идеально, просто красавцы. Никакого вообще к ним нет, там, я не знаю, чести им и хвала. Все, что они сделали, они завоевали, ну, своей доблестью, своими, как бы, ну, своими силами, да, и так далее. У них не было авиации, вот, допустим, да. Со стороны азербайджанцев была авиация, в том числе и украинская, которая летала, да, вот, долбила их порядочно, вот. Потом что, техники было намного меньше. Вот, короче говоря, если взять вот ту войну, да, и взять вот сейчас вот Новороссию, то фактически я поменялся местами. Вот тогда, как бы, можно сказать, и техника, и авиация, и так далее, я был на той стороне. Вот, в Новороссии наоборот, как бы, да, у нас не было ничего, ни авиации, ничего, а у хохлов фактически, ну, все это было, вот такая ситуация. И было, какое твое самое ярчайшее впечатление о той войне?
самый эпизод, который врезался в память наиболее. Это Агдам, когда подбили. Кого? Агдам, когда подбили. Вот, ну и, соответственно, вот те слухи, которые муссируются в азербайджанской прессе о том, что как бы армяне воевали, в основном за них там типа воевали русские, там если бы не Россия, там то-то, что это, то есть там переодетые псковские десантники. Азербайджанцам надо вообще рот закрыть на эту тему, кто за кого воевал. Пусть они расскажут, как они воевали. Вот это вот пусть они расскажут, получается. Не за армян, а за себя пусть рассказывают. Вот за них как раз и воевали русские, вот такие, как я. Остальные бежали, как я не знаю кто. Это не воины, это торгаши. И исключение только подтверждает правила. Вот это вот я могу сказать железобетонно. Скажи, пожалуйста, вот русские, которые воевали на стороне Азербайджана, ну вот я понимаю, то есть тебя, грубо говоря, сагитировали, пользуясь тем, что несовершеннолетний, грубо говоря, проехали по ушам, да? Ну, фактически да. Так и было. Вот это самое. А остальные были ли там те, которые вот воевали за деньги, те же наемники там и так далее? Или там были люди, которые просто были оболванены, обмануты пропагандой? Мы не получали денег. Мы не получали денег. Ну, ты не получал, а другие? Ну, я не видел таких, которые получали. Да. Mm. Не, ну как мы получали манаты их нет там, да? Ну, мы получали столько же, сколько получали там все остальные. То есть мы оклад получали такой же, как получали там срочники, там, ну, офицеры, там, так вот. Я понял. Сергей, вот вопрос такой интересует. Вот как я понимаю, вот эта вот фотография та с твоей страницы. Сейчас, одну секундочку. Просто хотелось бы узнать судьбы героев этой фотографии. Вот 92-й год, район метро 26 бакинских комиссаров, ну, вот сейчас получше. Все молодые, ты здесь где? Второй слева, так я понимаю? Справа. В берете, в голубом. В голубом берете, все понял, да. Ну, правой с той стороны. Как я понимаю, вот здесь, среди Народного фронта Азербайджана, не одни азербайджанцы. Здесь и славяне тоже есть, правильно я понимаю? Вот второй слева высокий, Витя. Это русский бакинец. Угу. Вот. Ну, он как бы в Баку родился, но он русский. Третий это Дима, тоже русский, который со мной приехал. Вот. Самый первый слева погиб парень возле Вагауза, село. Угу. Витя жив. Дальше Афик. Вот за Афик я вообще не знаю, что с ним, как. Учился парень на учителя русского языка. Угу. Понял. Скажи, пожалуйста, вот если так вот, абстрагируясь, могли бы мы отмотать все назад и вернуться вот назад, когда тебе 16, пошел бы? Нет, конечно. Зачем? Я понял. На ту и ну нет. Я понял. Ты был солдатом, все. И вот скажи, если бы, ну... Какое твое сейчас отношение к армянскому народу? Ты его считаешь врагом, террористом? Абсолютно нет, абсолютно нет. Ни в коем случае. Причем ни азербайджанцев, ни армян не считаю. Но что касается там, вот, уважения и так далее, да, несмотря на то, что я был на стороне Азербайджана, к армянам уважение у меня безмерное просто. Очень уважаю армян. Ну, это наши единокровные, да, единоверцы и так далее, поэтому я очень хорошо к ним отношусь. И к тем, и к другим, но армяне, конечно, молодцы. Я видел, как они воюют. Я видел, они реально за свою землю воюют. Так воюют только за свою землю. И все, что они сделали, они сами добились того, что сейчас, ну, как бы вот имеют. Через свою кровь, через свой пот, с огромными усилиями. Вот. Они были в разы меньше вооружены. И по количеству, и по качеству, и по чем угодно. Вот. Но они, тем не менее, не добились своего. Что касается русского, там, ну, точно столько же русских там было, сколько и с другой стороны. Это Советский Союз. Тогда еще не было там каких-то там, я не знаю, разделений, еще кто-то. Очень мало кто вообще понимал, кто такие азербайджанцы, кто такие русские, они для всех были одинаковые. Да. Вот. Тогда ж, ну ты же знаешь. Да, я понимаю, приветствую тебя. Поэтому никаких-то, это сейчас там, вот там, мусульмане, христиане, что-то, тогда толком никто не знал там вообще, кто такие армяне, христиане или мусульмане.
Да, многие, ну, так, да. Один из генералов, я помню, пытался когда помирить, сказал, что вы друг с другом там воюете, вы же одной веры. Угу. И не помирил, да, да, потом прослыл. Да, 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 да. Было такое. Так это взрослые люди, они не знали. Ну, хотя мы все прекрасно понимаем, что война в Нагорном Карабахе, вот давай этот термин использовать, в Нагорном Карабахе, вот, а это был не религиозный конфликт, как пытаются выставить это азербайджанская страна, это был считается территориальный конфликт. Абсолютно не религиозный. Это чисто территория, причем людей стравили, реально стравили, это однозначно. Этого вообще не то, что не могло не быть, этого вообще не должно было быть. Это просто западные вот, вот эти вот товарищи, которые все это делали и пытались как бы поссорить, чтобы Советский Союз развалился. И наши местные предатели, там, Горбачев, там. Да, вы солидарны в этом обе стороны, да, согласен. Да, и прочие вот такие, как он, там, с его командой, вот они просто под диктовку там западных разных там фондов и прочих. Они как бы устроили всю эту мясорубку. Это на руку было Западу, и это и абсолютно весь его сценарий и так далее. Я понял. Ну и тогда у меня два последних вопроса. Скажи, пожалуйста, Сергей, это самое, за все-таки так или иначе ты воевал за территориальную целостность Азербайджана. Вот. Как-то ты был поощрен азербайджанской стороной? Какие-то награды, там, не знаю. Абсолютно. Медали, премии, там, абсолютно ничего вообще. Да? Ничего. То есть даже спасибо не сказали. Вообще ноль. Вот, а как ты покинул ту войну? У меня умер дедушка на Украине. Вот. И я через два года, с 92 по 94 я там был. В 94 году я уехал на Украину. Ну и фактически сразу потом уже пошел в украинскую армию. Там буквально месяц я побыл на гражданке. Больше, соответственно, с теми, со своими однополчанами ты отношения уже не поддерживал. Ну, с кем воевал? Тот парень, с которым я поехал, Димка, да, вот, он сейчас в Астрахани, все, бизнесмен. А сосед? С ним поддерживаю, а больше ни с кем. А сосед по коме? А азербайджанец, да, который? Вообще не знаю, как у него жизнь сложилась, где он, что он, вообще без понятия. Я понял. Ну и вот такой, да, действительно, больной вопрос, вот, очень, да, но ты воевал, возможно, кого-то убил, возможно, да, ну вот. Что бы ты хотел сказать армянским матерям? Ну, это война, что бы я хотел сказать? Ну, я не знаю вообще, как на этот вопрос ответить. Да ничего бы не хотел сказать, что бы я хотел сказать. Извиняться мне не перед кем. Я стрелял в тех, кто хотел убить меня. Я был на азербайджанской территории, фактически. Вокруг меня были только азербайджанские жители. Я не видел ни одного армянского мирного жителя. Ну, это отлично все знают те, кто знает эту войну. Жил кто-нибудь в Агдаме из армян на тот момент? Нет никого. Где еще? Физули, там, Белаган, там, я не знаю, Шуша, там, ну, в Шуше, да. Шуша там, ну, Шушу я не застал. Шуша была немножко пораньше. Я просто знаю за нее. Там, Физули, Тертер, там, я не знаю, тут, ну, Софьяне, там, село. Это Губазлинский район. Это где Лачинский коридор. Вот Лачина, опять же. Это, там жили только азербайджанцы на тот момент. Вот, поэтому я защищал азербайджанских мирных жителей, фактически. Я не видел ни одного армянина гражданского, поэтому мне нечего сказать. Если бы не убил я, убили бы меня. Я бы, и вокруг меня были одни азербайджанцы. Вот, поэтому никакой вины я за собой не чувствую абсолютно. Ну, по крайней мере, ты со мной честен. Спасибо за правду, за объективный рассказ. Вот, это самое, я не знаю, да, конечно, может быть, многие армяне там будут этим недовольны, но и как солдат солдату, как офицер офицеру, несмотря на то, что мы с тобой придерживаемся разных позиций, разных взглядов, придерживались, ну, как бы, я сейчас-то их изменил, и слава богу. Вот, я хочу пожать тебе руку. Спасибо за твой рассказ.